Всем привет, с вами Ирина. Сегодня я вам хочу показать свою целлогену Кристатум, которая у меня появилась совсем недавно. Видео о ее распаковке, как я ее получила в посылочке, у меня есть. Я оставлю в конце этого видео, вы можете перейти посмотреть. А сейчас давайте поговорим о этом растении, уходе за ним, то, что я делаю, вот, и что мне это растение выдало. Посмотрите, что оно мне выдало. Оно у меня совсем недавно. Я ее получила весной. Такое впечатление, что это цветонос. Вот у нее засохший цветонос, а это у нее лезет свежий цветонос. Она сидит в коре и в торфе. Поливаю я ее раз в 10 дней. И поливаю я ее зачастую, сейчас вам покажу, вот таким вот укоренителем, который пришел вместе с ней в посылке, я его заказывала. Мне очень понравился его состав. Состав я вам вставлю, потому что у меня тут очень презентабельный вид у бутылочки. Я им проливаю методом пролива раз в 10 дней. Значит, в колпачок я беру не полный колпачок на 1 литр воды. То есть в колпачке у меня вот столько. Водичка собирается в батончике. И таким способом я могу замочить на минут 10. Потом я сливаю эту воду. Стоит она у меня на северном окне. Окно может открываться, она может обдуваться свежим воздухом. Ей это очень нравится, так как орхидея сама горная. Она не любит жары. Вот, она любит, когда воздух ходит. Открытое окно. Ну, конечно же, температура воздуха должна быть 20, 18, 16. То есть не открывать окно, когда у нас, да, ранняя весна, холодная или зима. Вот. Я имею в виду уже вот этот наш период, когда уже на улице тепло. Вот. И она очень-очень любит открытое окно. Значит, бульбочки у нее в таком вот состоянии. Вчера мы поливались, то есть они не очень налитые, как яблочко. Они вот в таком вот состоянии. Хорошая зелень на ней, хорошие листочки. Листочки здоровые, блестят. Ничем не опрыскиваю, хотя надо будет уже и пыль с нее. Вот. Один раз я ее опрыскала биогумусом, одна капелька на литр воды. Вот. И весь уход. То есть практически каждый полив я добавляю вот это вот удобрение. Это не только идет укоренитель, тут еще удобрение есть, компоненты удобрения в хелатной форме. Вот поэтому он мне так понравился, и я его взяла. И повторюсь, оно идет в хелатной форме. Оно очень хорошо усваивается растениями. Мне он понравился. И он недорогой. Кто живет на Украине, оно есть в свободном доступе. Я смотрела, и у нас в магазинах он есть, и на интернете есть. Вот такой вот уход, ничего сложного. Она у меня быстро очень адаптировалась, очень-очень быстро адаптировалась. Ей мне нравится, и я этому безумно рада. Вот. Вот такие у нас дела. Вот такая у меня малявочка, которая меня очень-очень радует. Поэтому, девчонки, кто спрашивал и кто говорил, что у орхидеи, Светочка, ты мне писала, что у орхидеи, вот, ты заказала целлогену Кристатум, и у нее мало корней. Вот твое спасение, укоренивач. Вот этот вот. Ты с помощью него нарастишь красивые корни орхидеи. Но сначала твоя орхидея должна у тебя недельку где-то, даже 10 дней, адаптироваться.
ты ее первый раз поливаешь просто обычной водой. Очень-очень слабым раствором вот этого вот препарата. И все у тебя будет хорошо. Вот такие были рекомендации. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Будем смотреть дальше, что будет с моей орхидеюшкой. Всем пока-пока!